Не зря говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Это выражение, без сомнения, можно применить к Давиду Алагимяну, проживающему в карабахском городе Шуши. Молодой человек получил художественное и музыкальное образование, работает в театре, а в качестве хобби увлекается КВН, состоит в арцахской команде веселых и находчивых. Он старается преуспеть во всем и не терять времени. И даже играя в КВН, ищет возможность творить и совершенствоваться. Степанакерская команда КВН в начале года с успехом выступила на фестивале в Сочи. По словам Давида, каждое такое выступление приносит опыт и уверенность команде. А он начинает конструктивно подходить к собственным шуткам. Начал думать в юмористическом плане по-другому. Раньше, когда я, допустим, шутил, смешил или хотел образно кого-то пародировать, и воспринималось. И, ну, то есть я замечал в людях, что да, они смеются, то есть да, у меня вроде получилось. Но сейчас как-то и остроумие входит, и то, что я делаю, замечаю, что у них не то, что они просто смеются, а им нравится, что я сказал, потом смеются. А благодаря музыкальному образованию Давиду доверяют оформлять музыкальное сопровождение театральных постановок и других культурных мероприятий. Но из всех своих творческих занятий он сам выделяет изобразительное искусство. Человек должен найти в себе то, узнать в себе то, что ему, скажем, дано Богом. То есть по художественному пути я много чего во многих планах, глаза этим путем открылись. То есть и в плане жизни. В помещении, арендованной в частном доме, вместе с другом организовали крохотную мастерскую. Их работы участвуют на выставках. У Давида есть любимые персонажи. Например, задумчивый клоун, который, как признается художник, отображает настоящее его состояние. Что касается прошлого, то художник еще недоволен результатом. Он признался, что продолжает искать композиционное решение для того, чтобы передать на холсте все, что пережили он и его семья. А прошлое заключается в том, что в 1988 году семья Алагимянов вынуждена была оставить родной город Баку и перебраться в Карабах. Для ребенка это что? То есть ты выезжаешь, как будто мы куда-то едем с этими мыслями, снова возвратимся домой, но ребенку что? Он не догадывается, что к чему. Друзей даже поименно помню, даже помню такие случаи, которые даже мои родители не помнят. То есть, допустим, моя мама там же родилась, выросла, но ну, с памятью у меня, по крайней мере, много чего. Честно, не знаю, кем они стали, но хотелось бы, чтобы у них тоже была мирная профессия. В Карабахе Алагимяны пережили авианалеты и бомбежки Степанакерта азербайджанцами, во время одного из которых вся семья чудом осталась в живых. Глава семьи воевал, является ветераном Карабахской войны, имеет тяжелое ранение головы. Кроме того, с 1988 года эта семья беженцев несколько раз оставалась без жилья, а сейчас проживает в аварийном здании, часть которого рухнула буквально несколько месяцев назад. И на фоне всех этих проблем Давид не теряет надежды на хорошее. Надеется, что проблемы с жильем помогут решить, что его творческий путь будет в постоянном прогрессе, потому что ему есть что сказать миру. И самое главное, что в Карабахе наступит спокойствие и стабильность.